Доброй ночи, дорогие друзья! Вы снова на прохождении игры «Метро Исход». Культовая серия Дмитрия Глуховского. И у нас есть очень много заданий, в то же время локаций, которые нам нужно исследовать. Но самое главное, нужно найти плюшевого мишку, который попросил найти Настя. Отказать мы в этом никак не можем, поэтому сейчас мы отправляемся на правый фланг, потом на левый. Все места я постараюсь обнаружить, исследовать, нафармить себе нормальное количество расходников, ну и, соответственно, дальше продвигаться по сюжетной линии. А мы продолжаем. Итак, Артём, что такое? Я ведь тебя так и не поблагодарила, как за следует, что? За то, что да ты ладно. Меня из того подвала Да брось вытащил. Ты, ну. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась, потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Ну а как я мог тебя бросить, а? Ну, беги. Береги себя, любимая, целую. Скорее. И давай. От радиации держись подальше. Ну, как обычно, надо же свое добавить, да? Эх, женщины, женщины. Артём, ты же к терминалу? Так точно, да, братва? Ты князя встретишь, у него там НП на мосту в вагоне. Угу. Так что ты его расспроси, что да как, чтобы не ломиться с шашкой наголо. Ну, ты понял. Конечно. Ну и еще. Вон вышка справа, видишь? Видел там людей. Ага. Я думаю, бандиты местные. За нами наблюдают. Оттуда еще гитару было слышно. А. Карали. Гитару принести, Степ, да? Хотел, чтоб, значит, да, Мир, я понял, да. Может, освободишь гитару от оккупации? Порадуешь товарища. Все познаешь, какой репертуар. Русский рок, классика. Ну вот хорошо, брат. Парни, конечно. Какие проблемы? Я только в путь. Гитарку, конечно, я добуду. Так, давайте двигаться на правый фланг. Ну, с богом, ребят. Не забывайте сохранять игру. Да, оно мне надо. В принципе-то ничего тут серьезного-то не произошло. Так. Ну что, с богом. Зимой, как мне сказали, очень много монстров, но очень мало видимости по поводу людей. Всего остального, мне сказали, обещать не могут. Шаровая молния. Я вас услышал. Двинули. Бандиты, что ли? Точно, бандиты. Значит, их надо их аккуратненько приголубить. Сука, какого мы сюда поперлись? Все тут подохнем. Здорово. Бухаем, да? Молодец. Подъем, ёпта! Рота, блядь, стройся! Как же он быстро булки-то свои поднял, а? Красава, ёп! Спят они тут на диванчике, смотри-ка, блин. Это ребятки, а? Это вам тут не хухры-мухры, блин. И главное, один спит на диване, второй спит, я не знаю, как сидя что-то там пытается. Второй вообще там песни поет. У него там своя атмосфера. Ой, ладно, забыли. Так, я вижу здесь упырей. Надо быть поаккуратней. Артём, да. Мельник на
Ага. Да, полковник. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Понял. Хорошо, я вас услышал. Да, звук АК, конечно, четкий, прям вообще прям. Прям такое эхо, прям классное. Вот именно вот прям звуки вот автомата, прям вот. Вообще, в принципе, звуки оружия здесь вообще на высоте сделаны. Так, где мы конкретно? Угу. Понял. Креветка, креветка и еще раз креветка. Так. Вот это место мне очень сильно нравится. Надо его исследовать. Я, правда, не знаю, что это за место. Судя по выстрелам, здесь есть местное население. В смысле? Не понял. А, я просто дверь тут что-то проглядел. Так, я как понимаю, это... Лагерь бандитов, да? Зона. Хорошо. Давайте будем здесь аккуратно себя вести. Да, бандиты вон. У них там что-то смешно так все. Там же, по-моему, пленники есть, вроде как я помню. Проснись, солнышко. Так, а чё это там фары свои светит? Надо его как-то заставить успокоиться, чтобы он тут не подглядывал. Что за тип?
Блин, сам себе проблемы сделал. Можно было просто его вырубить. Собак, что ли? Да, немного я, конечно, не так прошел, как хотел бы. Петушара думает, что чисто конкретно сныкался. Петушара, говоришь, да? Давай, 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 давай. Это очень много говоришь и очень мало делаешь. Я-то сейчас выйду. Можете не переживать. Стрелять, и дебил, у меня уже давно там нету. Пацана завалили, да? Крику-то сколько, блин. Братка, завали! Чё, сука? Нет у тебя больше пацанов. Отстрелялся. Да. Тут, сука, гаситься надо. Еще что ли кто-то живой? Че такое вообще? А че такое? За бред был, а почему ты не мог его сразу убить, а? Я не понял, почему не было кнопки быстрого убийства? Я думал, сейчас он его вырубит, и все, я подошел к нему, притык. Блять, вот это вот моменты иногда тупейшие просто. И порой они прям обламывают. Я к нему подошел, потому что думал, что он сейчас его вырубит, а он его не вырубает. Сейчас подожди. Ребята, сейчас подождите. Ну дайте мне тут немного с мыслями собраться. Сейчас я все открою. Дайте тут я немного полазю. Выпусти нас, прошу. Выпущу, выпущу. Подождите чуть-чуть, ребят, подождите. Был бы я бандитом, я бы их не убивал. Пожалуйста. Выходите, ребят. Хоть еретик ты,
Но мы за спасение твоей да души какой еретик, вы что? Сколько проживем? Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественнее. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Спасибо. Спасибо вам за ключ. Себя. Тебя ведь сила антианафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Выходите, ребята. Или вы не хотите? Ну, дадим ему чуток оклематься и... Ой, блин. Так, а чё мне дали ключ? От какой-то двери, да? Я так понимаю. А, подожди, ну-ка. Ясно. Слышал. Так, ладно, давайте дальше. Дальше идем на мост. Шаровая молния. Не очень-то рад я удивить. Ну, давайте на мост двигать. Так, вот он мост. Что по поводу задания? Давайте вот сюда сейчас спустимся с бандитами еще раз. Так, примерно сколько вас тут? Так, стой. Бинокль, пожалуйста, еще разок. Да, блять, ну что? Ну возьми ты бинокль в руки. Молодец. Да, блять, что ты не увеличиваешь-то? Я понять не могу, а? Чувак, давай, не тупи. Все, молодец. Так, у них даже пленники есть. Вот, сука. Ладно. Я понял. Сам-то урод, сука. Шара пробита, на! Ну что ты рогами-то уперся?
не получилось. Проверить все надо, а то тут и другие могут прятаться. Больной, что ли? Может, и нет тут ничего. Хрен его знает вообще. Я чё, бля, рыжий, под машиной лез? Так. Ну-ка. Здорово! Походу, нигде никакая падла не прячется. Да вообще хрен их знает. И как он меня увидел? Через текстуру, что ли? Сейчас, подожди, брат. Сейчас я помогу вам. Сейчас я вам помогу, подожди. Радио. Семён, мост все. А, торговец. Вот она, гитара, ребята. Забираем гитару. Это наш главный инструмент для большего, так сказать, вдохновления в игре. Рабочий инструмент, ёпта. Давайте поможем этому парню, который там у нас... Торговца, я помню, этот уважаемый держит пол тут, я бы сказал бы, территории. Не полмира, конечно. Так, давайте освободим этого человека. Здорово, мужчина. Дай-ка мне свои руки. Сейчас я тебя освобожу. Спасибо тебе, добрый человек. Не за что. Я с моста шел. Угу. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Ничего страшного. Я вижу, ты из этих еретиков... Да нет, но на самом деле. Скажу, тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех, а тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. Береги себя, брат. Дальше мы сами разберемся. Давайте доберемся до дома, почистим оружие, немного его улучшим. Возможно, даже что-то я себе еще и прикуплю. Снова радиация. Так, аптечки у меня кончились. Печаль. Так, мы почти дома.
Так, верстак. Давайте начинаем. Да, автомат, конечно, очень быстро засирается, между прочим. Это уже интересно. Ну, давайте отдохнем, наверное. Поспим. Все-таки мы только без сна воюем просто это постоянно. Давайте отдохнем до утра. Проснитесь, да, уважаемый Артемка. Двигаться надо дальше. Так, ну что? В принципе-то у нас... Можно отправиться на мост. Там как раз у нас есть основной квест. Плюс еще... Какая-то это, да? Интересная тема. Кролики забегали. Хера он бегает. Просто прям вообще машина. Зима, зима, зима. А, ты же, ну подожди, он же в вагоне, да, сидит вроде как? По-моему. Там кто, князь? Так, а что здесь под вопросом-то, я не пойму. Есть какой-то... Подожди, как мне надо вот так вот, да? Во. Весело. Ну что, князь, братишка, где ты там? Здорово! Опа! Опа! Здорово! Как оно? Нормально? Ну, здоров, брат по крови. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают. А я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал за дрезиной, но тогда слушай, чего я тут наразведывал. Вход в терминал, как я понял, с воды. К счастью, там есть пристань и лодка. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Это, конечно, да, брат. Беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться тебе решать, но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Давай. Спасибо тебе за инфу.
Спасибо, брат. От души. Так, а что у нас здесь? Да нахера сюда спускаться-то? Какой смысл? Место это обозначит, чтобы тут были монстры. Нахрена мне они упали? Понятно. Почему с прицелом не бегает, я не пойму. Стесняется, что ли? Так, ладно. Давайте вот это место исследуем. Какой прям... Четкий, я бы сказал, выстрел. Слышно прям вообще. Так, вот мы и прибыли. Так, а тут у нас что? Подожди. Еще раз. Ладно. Их больно до хера здесь, этих упырей или кто они там. Вот с демонами я вообще не хочу связываться. Блин, тут еще свежие они. Да что ты говоришь, а? Да иди ты нахер, блин, а? Вот и все. Герой, блин. Так, ладно. Такой, опа! А это кто стрелял, да? Все. Он меня сейчас ультанет. Он, походу, сейчас за мной, наверное, побежит. Так, можно, кстати, тот берег попробовать переплыть. Если никто не против. Надо только найти лодку. Сдох, что ли? Ты же вроде спортсмен, блин. Или нет? Или да? Поехали. Или поплыли. Какое-то моряки ходят, да? Плавают говно. Ну давай, заряжай ты, ёпта, блядь. Чё ты, блядь? Ну ты будешь лыжами-то грести-то, нет, блин?
чё, блядь, такое-то, а? Баг, что ли, блин? Молодец, блин. Неужели ты это сделал? Так, где мы? Понятно. Ясно. Бандиты, да? Бандюки, да? Они, походу, даже не поняли, откуда огонь ведется. Или поняли? Вставай. Не попадаю. Проверяй, проверяй. Богаты. О, богатый Буратино. Нифига себе, что я нашел. Так, давайте забираться наверх. Как-то же они туда попадают. Так, что можно еще исследовать рядом? Есть два места, да? Ну там, наверное, надо плыть на лодке. Это точно. Двинули. Да ладно, что ты ноешь, блин? Что, не мужик, что ли?
Так, желательно найти лодку. Но где бы ее найти-то? Ё-моё, блин. Там еще кальмары. Здесь, походу, тоже бандиты, да? Да не, не вариант. Надо лодку найти. Надо лодку найти. Так, то по карте это вот так, да? Кальмары. Ёб твою мать. Даже жирный какой-то кальмар есть. Я думаю, с ним драться даже не надо. Так, давайте садимся на лодку и поплыли. В обход. Опа, какие-то два челика стоят. Давайте-ка к ним присоединимся на огонек. Может быть, они адекватные? Так, смотрим. Все, выгружаемся, пойдем пообщаемся с двумя этими
личностями. Что это за ребят такие интересные? Сказал, мол, бить бей для брак. Здорово, ребят. И кто пожаловал? О, еретик. Я тоже от вас ведь. Лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Понимание какое-то есть. Может, и не совсем пропащая душа. Да где там? Она у них, у еретиков, есть вообще душа-то. А ты глянь, какая бронь у него. Сразу видно, нечестивая. Воинам-подвижникам бы этакую. Ну, только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили. Ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы. В капусту бы их покрошили. Соблазн это. Соблазн техникой, могуществом ее. Все от сатаны. Это ты верно говоришь. А все ж таки. Ну, вот так вот и познакомились с вами, да, парни? Давайте мы тоже с вами, как говорится, познакомились. И на этом закончим, ребята. Всем спасибо за просмотр. Лайкос, коммент, подписка с вас. Удачи, берегите себя.